Лето в этом году пока нестабильное. Неделю температура воздуха за 30, другую – затяжные дожди. Именно поэтому брещане так охотно выбираются к водоемам в солнечные дни. И хорошо, если горожане предпочтут официальный пляж, откажутся от употребления алкоголя и будут выполнять правила безопасности на пляже. Ведь, как показывает практика, пугающие трагедии не всегда останавливают людей от попытки рисковать. А потому для предупреждения несчастных случаев на воде члены молодежного отряда охраны правопорядка Ленинского и Московского районов Бреста разъяснили отдыхающим гражданам правила безопасности поведения на воде. Эта акция называется «Летний патруль». Мы всегда проводим каждое лето, так как очень много случаев, несчастных случаев на воде. Мы говорим родителям, детям и пожилым людям о том, что лучше безопасно проводить свой отдых, а также не распивать алкогольные напитки в общественных местах. В основном люди реагируют положительно, так как они понимают всю серьезность данного мероприятия и с радостью слушают нас и воспринимают это всерьез. Не воспринимать предупреждения всерьез сложно, ведь несчастные случаи на воде случаются. В подтверждение цифры статистики. С начала текущего года по Брестской области утонуло 20 человек, 11 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Водолазам удалось спасти 7 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Члены молодежного отряда обращали особое внимание на тех отдыхающих, кто пришел к водоему с детьми, которых ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. Мы пришли с детьми. Соблюдаем меры безопасности на воде, далеко до ребенка не отпускаем, наблюдаем за ним, чтобы далеко не уходил. И вообще наблюдаем за детьми, любыми, не только своими. Стараемся следить за всем, не отпускать взглядом. Я пришел на пляж вместе с семьей. Мы не заплываем за буйки, мы не ходим в воду в состоянии алкогольного опьянения и постоянно контролируем взглядом своего ребенка, чтобы он не терялся. Приучаете ли ребенка соблюдать правила? Конечно, обязательно. С самого раннего возраста, как ходим на речку, говорим ей какие-то основные моменты, разумеется. Провести профилактические беседы с отдыхающими, убедить людей быть внимательными и осторожными вблизи водоемов – задача номер один для членов молодежного отряда охраны правопорядка. Данная акция на самом деле полезна. Мы ее проводим по выходным и лишний раз, грубо говоря, предупреждаем граждан о том, как вести себя на воде. Также совместно со сводом мы патрулируем какие-то береговые территории, предупреждаем ребят, которые находятся на воде, о том, что нужно соблюдать правила техники какой-то безопасности. Если мы этой акции поможем или напомним, или в лишний раз как-то подчеркнем какие-то правила безопасности и спасем хоть одну жизнь, это уже здорово. Впереди еще 2 летних месяца, когда бойцы охраны правопорядка в рамках акции «Летний патруль» будут патрулировать городские пляжи и, возможно, своими профилактическими действиями смогут предупредить несчастные случаи на воде. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.